Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 7 мая 2023 года. Я решил сделать концерт, посвященный предстоящему великому празднику, Дню Победы в Великой Отечественной войне. И вы сегодня услышите такие композиции. Поклонимся, помолимся. На стихи Натали Самони. Музыка исполнения Самуила Фомовича. Далее песня «Солдате» на стихи Маргариты Агашиной. Музыка «Мигули» в нашем исполнении. Затем на стихи Елисея Липатова «Всего-то». Далее на стихи Сергея Филина «Боль Донбасса». Далее на мои стихи «Над землей слышен ядерный глаз». Затем на стихи Вероны Шумиловой «Война меня тревожит». Далее на стихи Самойлова Николая композиция «Победа». Ну и, наверное, и «Герои победной весны» на стихи, найденные в интернете, стихи поэтессы Могилена. Вот такая программа. Итак, начинаем. Музыка исполнения везде Самуила Фомовича, кроме оговоренного. Начинаем с композиции на стихи Натали Самони «Поклонимся, помолимся». Помолимся, помолимся, ужаси в могилу.
Друзья, вы слушаете новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательного поэта Елисея Липатова. Композиция называется «Всего то». Музыка исполнения Самвела Фомановича из цикла «Ожившая поэзия».
Спасибо за внимание. С вами был Самойлов Румович. Музыкальная композиция «Экспромт» на стихи замечательного поэта Елисея Липатова. Всего-то. Музыка исполнения Самойлов Румович из цикла «Ожившая поэзия». Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательного поэта Сергея Филина. Композиция называется «Бой Донбасса». Музыка исполнения Самойлова Румовича из цикла «Ожившая поэзия». От пуль украинских солдат.
жива, седая хриплая от воя, родная горлышка моя, достойна города героя, родная горлышка моя. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович, музыкальная композиция «Экспромт», «Боль Донбасса». Стихи Сергея Филина, музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Живший поэзия». Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт», которую я назвал «Над землей слышен ядерный глаз». Слова, музыка, исполнение Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия».
спасибо за внимание. С вами был Самуил Фомович. Музыкальная композиция «Экспромт». Над землей слышен ядерный глаз. Слова, музыка, исполнение Самуила Фомовича из цикла «Ожившая поэзия». Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Вероны Шумиловой. Композиция называется «Война меня тревожит». Музыка исполнения Самуила Фомовича из цикла «Ожившая поэзия».
глаза кричат. Война, все беды много. Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт». На стихи, найденные в интернете, стихи Самойлова Николая Григорьевича. Композиция называется «Победа», посвящается соседу поэта, герою Советского Союза, маршалу Советского Союза Федору Ивановичу Толбухину. Музыка исполнения Самойла Фармоновича из цикла «Ожившая поэзия». Все сразу стали на месте.
занимая свою самую ночь, музыкальная композиция «Победа», стихи Николая Самойлова. Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи, найденные в интернете, стихи поэтессы Магилена. Композиция называется «Герой победной весны». Музыка исполнена Самойла Фоминовича из цикла «Ожившая поэзия». Героя победной весны, стихи поэтессы Магилены.
музыка исполняется Мелла Фомовича из цикла «Афюша поэзия». И на этом, друзья, заканчиваю концерт, посвященный празднику Великой Победы. Спасибо вам за внимание, с наступающим вас всех праздником. С вами был Самуил Фрумович, всего вам доброго, до новых встреч.